Ну что ж, дорогие друзья, всем здравствуйте, огромнейший привет и добро пожаловать! Вы находитесь на Лиге Чемпионов Бизнеса, это крупнейшее в СНГ корпоративное спортивное движение. Проект объединил в себе корпоративные чемпионаты по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису и киберспорту, является самым массовым корпоративным турниром в мире. Киберспортивный чемпионат ЛЧБ появился в 2018 году, за это время было проведено 10 сезонов по командным и индивидуальным дисциплинам, в которых приняло участие более 800 команд из более чем 160 российских и международных компаний, которых, в общем, рубка была жесткая. Участники играли, представляли 17 стран мира и свыше 50 субъектов Российской Федерации. В этом сезоне в 6 дисциплинах участвуют более 150 команд и более 1000 игроков. В Dota 2 у нас 48 команд, в CS 2 64 команды, Мир Танков 24 команды, Лига Легенд и PUBG по 16 команд. В индивидуальной дисциплине Hearthstone Поля Сражений мы ожидаем более 70 участников. Также добавим про нашего генерального партнера Ланит. Ланит предоставляет призовой фонд чемпионата в размере 1,5 миллиона рублей, который в этом сезоне распространяется на сильнейшие команды игроков Золотой Лиги, а тем временем там игра год смотреть. Ланит реализует крутые масштабные проекты по всей стране, делая жизни миллионов людей лучше, комфортнее и ярче. Ланит активно выступает за развитие корпоративного киберспорта, поддерживая Лигу Чемпионов Бизнеса. Ведь наши коллеги из Ланит точно знают, что все изменяется лучшими. Ну что, ребятушки, пропустили мы пистолеточку первую. Собственно, кто у нас где играет? Яндекс у нас играет за КТ, и за Т у нас играет инфобач. Ну и вот на банане уже первая заруба. Чак-чак отрабатывает ее, собственно, неплохо. Есть уже первые контакты. 1-0, автокамера опять бухает. Очень жестко, причем автокамера, что с тобой происходит? Походу она опять сломалась, мы вообще ничего за раунде в этом не поняли. Но как будто бы это еще один раунд для Яндекс.Тим. Вообще, правда, супер-мега-алкоголизм какой-то сейчас случился от автокамеры. Очень странно она отработала. Да там и делать нечего. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, всем привет, кто подключается за монолит, конечно. Ну что, влетаем в следующий раунд. Фламил на наших экранах. Посмотрим, как Тео у нас будет отыгрывать. Кто-то у нас забегает до домики. Поехали под яму, раскид. Летит уже очень много всего. И КТ решили сами запушить, вы обратите внимание, у него даже гана в руке не было. Он просто стреляет из пальца, судя по всему. Господи, автокамера, живи, я тебя умоляю, показывай нам оружие. Автокамера, алкоголик! Алкаш! Видимо, придется обсить руками. Павари на наших экранах. Павари нашел. Здесь уже прям очень глубоко заходят. Есть от него киллпоинт. Чак-чак. Так, посмотрим. На втором миду. Там с тиммейтом подбегают. Все в порядке. Нашли ласта. Мило. И также добивает автокамера. Алкаш, работай! Алкаш, алло! Что с ней опять не так? Ну что это за алкоголи... О, заработало, возможно. Возможно, заработало. Всем привет, дорогие друзья. Добрейшего денечка. У микрофона сегодня Михаил Лампа. Ваш комментатор на сегодня. Автокамера, прошу тебя, давай. Просто поймите, у меня не такая хорошая реакция, чтобы успевать видеть всех игроков, на всех переключаться. Но вроде бы сейчас пока починилось. Опять под банал. Под банал, да? Под банан пытались выйти. Ну тут молики с трех сторон. Просто некуда идти. Гакай вообще везде, где только можно, пригорел. Ванцел берет коронный АВП в свои руки. Пошел раскид от Чак-Чак. Он решил подпушить вместе с тиммейтом. Есть минус по Дебора. Ну и что? Отличные пролеты. Какие нам демонстрирует автоалкогольная камера. 5-3 у нас ситуация. Зашейд на наших экранах. И бам! Прилетает ляпас от него. Великолепно отыграл. Как я понял, замена была у Яндекса, именно поэтому так долго, собственно, собиралось это лобби, были какие-то технические шоколадки, но это классика, ребят, бам, по фузику, как же они считают эту карту, OneSelf, хорошо отработал, и забирает еще также второго, это трипл килл от OneSelf в, собственно, этом раунде. Поговорка по Фрейду, это моя работа. Да, подтопка за Яндекс в чате уже вижу, статтрековский, тут галачок в руках, прикольно, но калашик, конечно, да, можно было бы и поинтересней. Ну что, 4-0 летят пока без идеи для InfoWatch, но будем надеяться, что все-таки они как-то смогут подсобрать кабину. Карта, как известно, КТшная достаточно. Можно, конечно, попробовать банан по-быстрому зарашить. Драка снайперов, но фламил здесь не попадают. Собственно, о чем это я? Карта КТшная. Будем посмотреть, возможно, при смене сторон InfoWatch заиграют. Ай-яй-яй-яй-яй, я уж подумал, все, ГГ, но нет, выбивают пачку. Прямо сейчас через Мака пытается еще немного Дебора здесь настрелять. Встречают его. Окей, это уже минус 2, опять 3. Вновь ситуация. Пошла ХЕшка под яму. Откинула девайсы. Но найти никого не получилось. На улице также ГК и Реда забирают. Чак-чак.
отработал, OneSelf убивает Кмила, и Чак-Чака все-таки наказывает. Остался последний фламил, но Пауэри также наказывает его. Потеряли всего одного. По экономике, как видите, просто какой-то разгром по 10к на руках. Можно тарить по 20 авиков в минуту, и террористы ставят паузу, видимо, просто чтобы сбить темп своим оппонентам. Пумба-пумба-ба-пумба-пумба-пумб. Ну что, ребят, как вам? Как вам первая карта? Не слышу. Алло, алло, чат. Сегодня буду стрелять. Сегодня буду на своем личном канале. Если хотите минутку саморекламы, подписывайтесь. twitch.tv/lamp. Погнали, битбокс. Я думаю, вот так вот пойдет. Вот, значит, будем в КС жестко наказывать с ребятами. Заходите, подписывайтесь. Автокамера огонь, супер алкаш, да, супер нестабильная, но иногда отрабатывает нормально. Иногда действительно даже пролеты какие-то новые показывают. Видите, автопереключения там туда-сюда, пятое, десятое. В общем, иногда автокамера может, но чаще всего она пропитая алкаш и творит абсолютно непонятные вещи. В окно под бойлер закид, а тут уже пропуш Смит хотел шейд, моментально его за это наказывают. Гидро, а при этом сгорел к чертям. Дабл килл с одного выстрела от OneSelf. А что вытворяет этот молодой человек? Трипл килл, в общем и целом, от него, но при этом все-таки ГКРред его забирает со своей фармилки. Маг 10 отрабатывает. Ситуация 2 в 2. При этом пачка была поставлена. Через шот. Чак-чак. Попытка пройти. Хорошо. Кмила забирает. Калаш подобрал. Остается последний. ГКРред пытается здесь в песках спрятаться. Но по нему есть информация. И сейчас ему будет рвать причинные места. ГКРреда также наказали. Бомба будет обезврежена. И первая половина уже точно выигрывается Яндексом. Это 6-0. Там Миша, я забираю тебя комментить другой канал, сейчас же я не могу, я на 17-м работаю, вот, извините, как бы, ну там сидите на своих 18-х, я на 17-м, балдею, ну реально, тупо с кайфом, здрасте, начальская, привет, очень, кажется, грустит, думаешь, да? Думаешь, они грустят, что летят 6-0? Да ну нет, сможем, ой, все. Надо просить, ребят, ротацию комментаторов ставить, если хотите определенного комментатора. Хаешка, 57 лицо, тут просто моментально троих отрабатывают, великолепно сыграно, это уже минус 4. Остается последним живых, тут как Кмил, и что ты здесь делать будешь? И очень просто зажмут, и никого не потеряв, забирают последнего представителя коллектива InfoWatch, и... Это ГГ, что называется, 0-7, Яндекс летят просто на суперуверенничах, но это, ребят, десятки фейсита, тут как бы, возможно, исход был уже предрешен заблаговременно, просто потому что, ну, я прочекал фейсит, Яндекс это абсолютно все десятки, и там четвертые, третьи, шестые левела у коллектива InfoWatch. Ну что, прочекать ям пытается OneSelf, играет активом на ВП. Второй мид спалил в голову, Дебора прилетает. Отлично, сейчас должна быть информация для тиммейтов. Через банан должны будут перетягиваться уже под мидл и там отрабатывать. Что за опять алкашная камера была, я не совсем понял. Но это Габен, он сделал такую замечательную камеру. Ничего удивительного, ГКРред на наших экранах. Пошла перетяжка под плента на шарте, его ждали. Шейд его также отработал. О, могло бы быть хайпово, но Чак-Чак перестрелил своего оппонента. Новые фишки от камеры Габена. А как же он показывает от третьего лица. Пиу-пау, пролеты, поехали. Замечает бочину. Да, к Милу в голову прилетает. Ну что, последний представитель. Банана. Бананарини. Бананчик. Не смог. 8-0. Это типа CS2. Красивое. Да, это типа CS2. Сколько дашь десяток моей скиллухи? 3, брат. Дам 3. Ну ладно, ты играешь где-то на 4 фейсита. Ну где-то 4. Но не 10. Нет, там до 10. Ну, ты видишь, как десятки играют. Банана... Сложный никнейм. Бананитас. Бара-бара-бере-бере. Так, еще раз. Банарини. Все просто на самом-то деле. Ну что, раскидка под банан. Раскидочка в окно. ОТ. Есть снова бай, есть авик, есть дрободан. Эмки там какие-то калаши туда-сюда работаем. А это не эмка, обманул я вас. Было похоже просто. Ну что, подпушивает шейд. Вновь мидл. Пытается здесь кого-то начекать, но под бойлер, видимо, никто не забегал, никого здесь не находит, хотя вот, есть голова под Кмилу, великолепно, еще второго можно будет пробовать поймать, по голове не прилетает, но Дебора в любом случае здесь погибает, это уже минус 2, размен также имеется по Чак-Чаку, неплохо, 4 в 3, пока неплохо на самом-то деле стартуют, ну вот сейчас главное не умирать, хорошо, Павери Хидр, ооо, Хидира, Павери погибает, уже 2 в 3, ситуация в большинстве впервые я вижу за все 8 карт, что мы сейчас видели за 8 раундов, простите, впервые в большинстве. Оказывается, InfoWatch был шанс реальный задушить, но теперь 2 в 2, авик не попадает, и авик плюс погибает, и теперь уже 2 в 1, остается последний представитель на наших экранах, бам, голова шикарная прилетает, но OneSelf наказывает оппонента, и также
Савика вжал, понял, сам теперь тащу катку. Ну, в смысле, ну, зарегайся на фейсе, увидишь, какой у тебя звонка будет. Ну, в чем проблема? Ты геометрик, поиграешь, на ло, не вижу. Ладно, едем дальше, дорогие друзья. Десятый раунд. Кажется, мы дольше ждали игру, чем ее смотреть будем. Честно говоря, ну Яндекс прям собрали кабину, прям в дикчайшей форме, какой-то в фокусе, в моменте, в ресурсе, в приоритете. Габен, ну я считаю, именно так прицел и должен в КС выглядеть, я согласен. Реально, Габен, камера, зачет. Ну что, ГК Ред, флешнутый, Чак-Чака при этом забрал. Пример, как в Яндексе. Кого? Мне Габен свой фейсит сделал лоло. Дробовик! Нормально, жить можно. Бабра-та-та-та-та-та! Хорошо, Хидиру забирают. Это 3 в 5, 3 в 4, хотел я сказать. Ситуация, можно продолжать. Девайс бы только подобрать. Наверное, бегать с Дрободаном. Ну, не то, чтобы хотелось бы. Геометрик прогрессион, конечно же, поспорил бы. Он с Дрободаном побегать любит, но и тем не менее. Отмил также погибает. Шейд, ой-ой-ой, забирают его. ГКР также минус и Банарини. Погибает снова 2 в 0. Это 10-0 по раундам уже, ребята. Сразу видно, не умеет на Дрободане. Да, ты бы пояснил на Дрободане. Это язык фактов. Это язык фактов. Ты бы действительно пояснил на Дрободане. Ну что, 3 секунды до старта. Больше паузы никто никакие не ставит. Видимо, обдумывать более. Команды ничего не хотят. Пытаться сбить темп тоже. Но пока что это очень быстрый 10-0. Абсолютно без идей. На каждый раунд заканчивается супер быстро. Нет никакой тянучки там. Нет никаких вот этих вот ожиданий непонятных того, что будет происходить. Отличная голова от Шейда залетает. Опять пропушил мид. Пытается начекать банан. Но там уже тиммейты. Там уже 3 тиммейта просто сюда стянулось. И они уже куражатся. Мне кажется, Хидира погибает. Разменяли на Гука Реда и Дебора. Ну и что там осталось? 2 игрока, которых сейчас тоже будут выпушивать и уже никуда не отпустят. Пытаются они там где-то в тест-сайте нафлексить, убежать на, собственно, второй мид, возможно. Но инфа в любом случае по ним уже имеется, несмотря на то, что 3 в 2 было. Киоми добирают и Банарини также минус. Лампа, признавайся, за кого болеешь в этом сезоне по КС? Здравствуй, Хеллрейп. Напомни мне, из какой-то команды, чтобы я мог ответить. Я до боли, вот у меня память просто ужасная. Любой в чате подтвердит, кто меня знает больше одного стрима. У меня очень ужасная память. Я помню твой никнейм, и я помню, как я... Хеллрейп, что вытворяет? Вот, я не могу вспомнить из какой-то команды. Не из Тиньки. Я не помню ни хрена. По КСу, слушай, хитрый стример. Не, это я просто к тому, что я правда не мог вспомнить, откуда ты. В целом, в КСе... Не сказать, что я за кого-то болею, но меня супер импонирует. Какой даблкил от Хидиры, господи, что вытворил. Да, ванселфа забрали Хидиру также. Но какой сейчас мувик был интересный. То даблкил савап и от ванселф. Теперь вот это. Теперь пьяная камера показывает нам стенку. Спасибо большое, Гейб. Да, это то, что нам надо. И ситуация один в один. Неужели сейчас мог... Может обосраться или нет? Нормально. Филу... Так. Да, там очень мало хп оставалось. Все-таки его дожали с пистолюпеля. И смена сторон, дорогие друзья. 12-0 всего в одном раунде. Находится коллектив Яндекс от Победы. Пришел за коллег поболеть, они 12-0 уже ведут. Ну, первая карта супер безидейная, Инферно прям вообще пролетит по ходу на плюс В. Вот, мне супер приятно посмотреть за десятками фейста. Мне интересно посмотреть за Яндексом. Мне интересно посмотреть за как отыграют оба коллектива. Тинькофф, Олмемис, Занерсгадс. Мне интересно еще посмотреть, как сыграют Алмаз Антей, потому что, насколько я помню, у них же вроде бы проклятие, они все время топ-4 занимают. В общем, интересно за этими командами в первую очередь посмотреть, а там же как пойдет, у нас очень много новых, 64 команды, как ни крути, в КС. И так пропушили банан, Хидира, как будто бы даже пускают, там, да, пытается спрятаться, по голове прилетает, хорошо, Дебора минус. Ну что дальше будет делать Хидира? Патрон не бесконечный, это ГГ. Короче, за 10 минут, какой кошмар. Ребят, следующая карта Ancient, с которым мы к вам вернемся, никуда не переключайтесь. Какой трэш. Скоро буду. We'll be right back.
Здорово, ребята, там начинается ножевой, не вижу смысла что-либо пропускать. Поехали сходу, посмотрим, как тут обстоят дела. Ну, серьезно, с учетом того, сколько шла прошлая катка, InfoWatch у нас сейчас отыгрывают за КТ, так что ножевой пока что в их пользу. Посмотрите, тут все отъехали. Они, видимо, просто отдаться решили. Это может быть фаерплей, а может быть еще что-то. Ну, здравствуйте, у микрофона Михаил Лампа. Ждем, пока ребята выберут стороны. И что в итоге? InfoWatch будут отыгрывать действительно за КТ? За КТ? Или будет смена? Ориентируемся по банану. Банан за КТ. Думают ребята, где они в итоге будут отбахивать. И да, действительно, InfoWatch будут отыгрывать за КТ, значит, все правильно, Яндекс будет играть в нападении. Ну что, автокамера, будем надеяться, что ты не алкоголик, и все будет хорошо. Всем приятного просмотра, открывайте себе пока что-нибудь холодненькое, или, может быть, горячее, не знаю, попить, поесть, и мы начинаем. Раскидывают пока гранаты друг другу. Пошел на дропец, и что, бежим по воде в сторону Б-плента, видимо, хотят попробовать прорвать яму. Один из игроков просто стоит АФК. Посмотрим, как у нас будут отыгрывать сейчас коллектив Яндекс. Это только первая карта. Пистолет, какой интересный прицел. Какая ред сходу отъезжает. Шейд Чак-Чак скинули здесь. Ткмал также минус. Ой, какой ляпас шикарный по шейду прилетел сейчас от Бонарини. Пошла, собственно, хаешка по месту дислокации последнему, где был представитель Т. Добивают Пауэри при этом, но разменялся он с Фламилом. Бонарини также минус. Ну и что, ситуация 1 в 3, но в скобочках 0-3. Алкокамера, да. Можешь себе такой новый никнейм сделать. Алкокамера. Алкокамера. У меня такая, все, я понял, работаем. Ну что, 0-1, выигрывают первую пистолеточку Яндекс. Будет ли какой-то форс-бай сейчас от InfoWatch, но, как видим, нет, просто на пистолетах решили отыграть. Тут появился по 90, собственно, Галиль, Маки 10, Марка, можно с этим работать. И, ну, спасибо, автокамера, да. И это, я даже трогать ничего не буду, мне просто я выдержку посмотрю, как долго камера будет алкоголизм испытывать. Нормально, все-таки переключилась. Ну что, у нас тут под шартом, раскид, пролетела хаешка, добивает, да, от хидиры, есть поинт, закидывается еще зажига туда же. Ну слушай, он при этом все равно перестреливает, что творится вообще? Моментально отъезжают еще три представителя, да, смогли хидиру здесь хоть как-то забрать, но остался всего один игрок, и всей толпой его пытается уже напушить, и я думаю, понятно, чем это дело закончится. OneSelf под Дебора отрабатывает, и потеряв всего одного тиммейта. Норм, камера из GTA, и не говори. Вчера всего одного тиммейта забирают для себя второй раунд. Ну что, появляются деньги наконец-то. Вижу М-ка, мчач, М-ка. И что возьмет Last? Тоже М-очка, хорошо. Два мчача, три обычных М-ки. Может с этим работать, но там все еще около рофла бай. Ну, не сколько рофла, просто калашей, каких-то серьезных баев мы пока не видим. Под флешку, видимо, хотят опять по-быстрому зайти. С P90, с Галилем. Прочекали дефолтную позицию. Как обычно, здесь убили. Ой-ой-ой, там подтемка. И нормально, есть размены. Шейд Чак-Чак минус. 3 в 3 ситуации. Хидира решил начекать мидл. Там его встретили. Слушайте, есть все шансы. На самом-то деле 2 в 2. КТ, возможно, еще смогут это как-то сейчас принять свою пользу. Есть ли информация по пачке, мне интересно. По пачке, ну теперь точно должна быть информация. Пробежал там один из игроков, именно Бонарини. Что пытается понять, где они могут быть, а там уже в спину обходят Т. Сейчас должны будут на шифтах забирать пачку, и их будет ждать интересный выход. Смотря какие красивые текстуры, как бы говорит нам. Ну да, автокамера действительно. Посмотри, а мы текстуру новую сделали, и перетяжка вновь под Б. Они обманывают своего оппонента, только они подумали, что будет под А. Но нет, откидывается зажига направо, но от OneSelf. Ну и должна сейчас быть уже информация о том, что ставится пачка, пора перетягиваться. Заплентили бамбу, прочекали темку, и сейчас под молик пытаются под флешку начекать, посмотреть. OneSelf, да, получил он фу, где он находится. Паври погибает на перезарядке. О, это первый раунд для КТ, это первый раунд для КТ, ей! Все, у нас не будет 10 минут вторая катка, она будет жесткая, с допами. Потом еще и на дизайдер перейдем. Ребята, это начало конца. Это был тот самый момент, где Яндекс проиграли игру. Ну или нет, тут одно из двух. Посмотрим, ребят, по топку в чате все равно организовывайте, не стесняйтесь. ФАМАС, пара эмок, посмотрим еще эмочка, ну и скорее всего тоже еще одна эмка должна будет появляться у одного из игроков. Да, появилась эмочка, ну и все начинает лететь. Также тут появляются уже 5 калашей, никаких авиков, ничего такого, просто взяли себе калаши. Раскид и погнали, первого пытаются принять, тиммейта. Кмил, да, по тиммейту почему бы не нашить, перенервничал немножечко.
Одного оставили под Б, все остальные где-то в районе Мида и Аплента находятся. Ну что там, на пончике засели, как мы видим, пока что Т. Откинули хаешку, пробежал через смоук и готовы уже врываться, открывать Аплент. Есть уже первая встреча, Бонарини моментально сбривает, Дебора также минус, также и Ткмил. Очень хорошо начинает Яндекс, остался последний представитель. Но его также находят на шарту, и Кокайред здесь также погибают. Девочка в чатике без скинчиков, подарить скинчиков геометрик. Ты здоровый мужик, что ты мне рассказываешь? Ты крепкий мужчина. Давай вот это вот, без своих вот. Они в тренер взяли геометрика, они заплатили ему 2000, чтобы он не тренировал, наоборот. Сначала за 800 потренировал, потом за 2000 они сказали, чтобы не тренировал. Геометрик наварился, и они поняли, как играть. Ну что, снова флешка. Чак-чак полетел со своим замечательным автоматом. 47-й. Бам-бам-бам-бам-бам. По тиммейту нормально в спину, почему бы не поналивает? Тут, ой-ой, какая приемка жесткая. Хидира уже трипл-килл-то. Квадро убил в одном раунде от Хидиры. Великолепно сыгран. Но это, ребят, подрубка жесткая. Бомба заложена 40 секунд. При этом даже заплентить еще успели. По 300 местных КС рублей заработали для своей команды. Ну что, перетекаем плавно мы с вами в шестой раунд. Один из игроков остался АФК, но нет, только сейчас вырывается вперед. Ну что, по рассаду, опять 2 Б, один мидл, и двое будут играть на А. Такую расстановку сил они решили выбрать. Мы тем временем смотрим на камни с разных сторон. Спасибо, Гейб, что показываешь нам. Я не удивлюсь, если он лично сидит показывает нам камни. Чак-чак. Работал оппонента. Раз, а в Бонарини. Господи, почему такой сложный никнейм для меня? Понять не могу. Также отъезжает. Ну что, пытается уже прорвать план. 25 хп, one self. Пытается выйти. Сейчас интересно. Интересная встреча с ГК Редом. На самом деле, это может быть. И вот она и получилась. По месту последнего нахождения еще настреляли. Забрали его. Паври отработал. Отличная голова. Прилетает одному. Второго добрать не получилось. Шейд погибает. Но ситуация в любом случае снова 1 в 4. Плент при этом поставлен под точку Б. И уже сходу начинает искать своего оппонента. Появилась информация. Откидывается хаешка. И Дебора взрывается. Ну, так бывает. Пум-ба-ба-пум-ба-пум-п. Ну что, 1-5. Пока что чудо не случается. Не случается. Паузы никаких нет. Мы перетекаем уже в седьмой. Выиграй раунд ПКС. Но она играть не умеет, это все враки. Ну что, чуть подхалдили. Сейчас у нас Т, как мы видим. Яндекс уже чуть аккуратнее. Пытается отыгрывать этот раунд под пончики. Я вижу, как раз Кокайред пытается стянуться, собрать какую-то информацию, поглубже зайти, никого не находит. Тут тоже сейчас встреча в упор. Тень должен был заметить, префайр начинает настреливать. Ну а Паври оказался сильнее в этой встрече. Все-таки Дигл здесь не отработал свое. Паври также еще одного добирает. Ванцел голова. Ну и опять остался только один игрок, которого осталось додушить. Ребятушки, всего один игрок. О, отлично, какая отыгрывает. Но все-таки Чак-Чак голову эту для себя находит и забирает. Проверял уже? Да нет. Алиса, ты можешь выиграть за меня в КС? А, она у меня очень тихо была настроена, но она ответила, я этим не увлекаюсь, может, в шашки лучше поиграть. Спасибо. Так, окей, едем дальше. Восьмой раунд. Счет 1-6. Пока все живые. ФАМАС АВП появляется у КТ. Ой-ой-ой-ой. Бам-бам-бам-бам-бам. Ра-та-та-та. Шейда забрали. Вот так вот аккуратненько с пончика здесь пикнул. Второго также можно было бы, но нет. Хидира вновь оказывается сильнее. Перестрелял его. Ну, опять же, он не фулл хпшный был. Хоть там голова и не прилетела. Но с прейзоконтроля. OneSelf. Шикарная голова по Дебора. Кидывается молик, но Бонарини при этом не увидели, но все равно перестреляли Хидира. Что вытворяет этот молодой человек? Даблкил уже от него в этом раунде. Чак-чак на наших экранах. Отлично. Перетяжку здесь также задушил, не дал пройти. Ой, Авик выбивается. Обидно. Всего один выстрел успел сделать с Авика, и его уже выбивают. Вот такая вот грустная история. 1-7.
Что по баю? Да в целом сейчас каждый раунд смогут баиться, даже АВП теоретически могут в команде купить, 6600 на руках имеется. Да, они сейчас просто будут баиться каждый раунд. Лузбонус работает, так что с этим проблем не будет. В то же время по экономике у Яндекса все более чем шикарно. 15к, 11100, 14550, 8,5к имеется. Вот тут разменяли, да, Хидира отъехал, но за это Баннери не убили. Фломел также минус, 3 в 4 ситуация. КТшников снова меньше, пытается начекать яму, но яму уже прорвали. Какая ред минус. Еще одну перетяжку сейчас должен был Павери замечать. Пытается здесь как-то, да, на длинную перестрелять. Но голову префом здесь поймать не получилось. Все-таки мансует активно игрок КТ. Ну и слушайте, Павери наказали за это дело. Все-таки получилось здесь перестрелять. Но надо сейчас какую-то ротацию совершать, менять свою позицию. Чак-чак при этом Дебора все равно находит. И Ткмила также убивает. Это даблкил в ситуации. В общем и целом триплкил на этом раунде. Дольше собирались, чем сама игра. Ну, десятки фейсит, ребята. Это явные претенденты на попадание в золотую лигу. Будем посмотреть, как они в итоге отыграют. Яндекс, я не помню. Яндекс. Они в золотой лиге топ что заняли? Топ-5? Топ-4, по-моему, заняли Алмаз Антей. И Алмаз Антей, кажется, Яндекс переиграл. Там что-то такое было. Возможно, они топ-5 заняли, но я могу ошибаться. Мы это уже спросим у какого-нибудь потенциального OneSelf. Не знаю, кто именно у нас будет на интервью. Но на интервьюшке поговорим еще о прошлых результатах, о будущих. И как оно будет, когда свою тиму соберем. Ну, после этой игры и интервьюшки идем в КС. И там начнем крепко собираться. Могу так сказать. Ну что, OneSelf как раз-таки на наших экранах. По-моему, OneSelf капитанил, кстати, даже в Яндексе. Но я точно не помню. Допустил КС2 на маке. С виртуалки, что ли? Что, Фломель на наших экранах. Голова уже моментально Дебора прилетает. Чак-чак, даблкил в ситуации. При этом половину хп все-таки здесь потерял. Ой-ой-ой-ой, Чак-чак. Да, добрали, наказали все-таки за эти хпшки, за эти выпады на широком. Фломеля также добирает, 2 в 4, но здесь уже тоже всем понятно, чем это будет заканчиваться. 1-10, снова безидейно. Последний раунд перед сменой сторон будем наблюдать. Сейчас можно просто купить 5 АВП, но вообще не фанятся, как вы видите. Яндекс, они вообще не фанятся, они не бьют друг друга ножом в спину. Они не убивают тиммейтов, они просто играют. Это фул фокус максимальный. Я просто помню, как я следил за коллективами Тинькофф. Они, если вот так вот куражились и была однокалиточная игра для них, то они начинали друг друга на старте убивать. О, тут сходу приемочка пошла на бублике. Фломеля забирают. Там очень калено был один из игроков. ГКРД вообще через смог голову пристрелили. OneSelf шарит за дефолты. Дебора также минус. Ну и игра уже плавно также заканчивается. Да, Чак-Чака забрали, но все прекрасно понимаем, чем это сейчас должно закончиться. В мидл, да, сзади там с Фомас смог Павери забрать. Есть теперь по нему информация. И смена сторон. Без фана, как без души. Все так. Ну что, всего в двух раундах Яндекс находится от того, чтобы забрать для себя победу. Сейчас у нас будет пистолетковый. Пистолетный раунд. Возможно, эта встреча совсем скоро закончится. Реально дольше готовились. Хидира. Так, снова алкаш-камера. Мы ей не мешаем. Она заставляет нас медитировать, понимаете, чтобы мы немножко отдохнули от всей вот этой напряженки, чтобы мы насладились видами этих замечательных ручеев, пока там идет какая-то жесткая заруба, мы можем насладиться этим замечательным видом, возможно, переосмыслить что-то в своей голове, выдохнуть. Все-таки очень медитативное зрелище, сами понимаете. Водичка так славно течет. И это раунд для КТ, ребята. 12-1. Алкаш-камера нам не показала абсолютно ничего. Какой кошмар. На последнем раунде, естественно, мы уже не будем надеяться на алкокамеру. Причем она в определенных ситуациях только как-то отрабатывает, но паттерн я этот еще не нашел, к сожалению. Что, автокамера, что-то происходит. Нарине здесь стоит в одного. Проще следить за КТ на самом-то деле. Хидира, выпад! Последний представитель Хидира! Жить до конца, добивать! Но это 13-1, поздравляем Яндекс. Это 2-0. Ну это просто алкокамера. 2-0, мяу. Сейчас приду к вам с интервью, ребята. Никуда не переключайтесь. Будем. Скоро буду.
что, ребятушки, настало время интервью. У нас сегодня в гостях на интервьюшке Lancel. Огромный тебе привет, поздравляю с победой. 2-0 все-таки смогли закрыть. Первый же вопрос. Не устали ли так долго играть? Такая изнурительная серия была. Честно, в ручке хочется вымыть. Хочется. И побрызгать немножко акс-эффекта. Акс-эффект. Пропотели, да? Пропотели, да, крепенько. Прилипаю немножко сзади к этому. Скажи, готовились к оппоненту? Было время подготовиться? Да, достаточно времени. Полностью использовали, смотрели их демки. Угу. То есть неделя была просто подготовки, играли праки. Вот, играли по 10 игр фейс этот день. И, в принципе, очень плотно готовились, да. Я понял. А что можете пожелать, может быть, посоветовать оппонентам в следующих играх? Может быть, заметили какие-то их ошибки, можете что-то подметить? Советовал бы с Тариспа выходить почаще. С Тариспа выходить почаще, да? Хорошо. Вместе с пятерочкой прямо. Вопрос еще такой был. Игра шла полностью, как вы хотели? Или, может быть, были какие-то у вас трудности по игре? Что-то получалось, что-то не получалось? Да немножко затянулось, на самом деле. У нас люди начали проявлять инициативу, так сказать, начали... поджимать неподжимаемое, пушить непушаемое и немножко отдавать преимущество. Но мы вроде как разрулили. Ладно, шутки шутками, давай теперь серьезные вопросы. Не виделись с тобой с прошлого сезона. Слушай, я единственное, у меня память действительно плохая, информацию я не смог найти, а у вас состав поменялся немного? По-моему, пару никнеймов я не помню, или их поменяли просто? С прошлого состава у нас один парень был на скамейке запасных, он сейчас в основе. Леша Павари, если не ошибаюсь. И из прошлого состава остался Будапешт, и все. Все остальные ребята новые у нас. Остальные поувольнялись просто. А, дело в этом. Я уже думал, какие-то жесткие роты. Но при этом все равно, я смотрю, десятки фейсит, все уверенно настреливаете, прям крепко. Вы в целом сыграться-то успели хоть как-то перед ЛЧБшкой? Ну да, в принципе, плюс-минус ребята на опыте. Вот мы поиграли там немножко. Прям почувствовали, что все друг друга слушают, то есть никаких там конфликтов ничего нет. В принципе, атмосфера хорошая и хорошо все, в принципе, прошло. А капитанишь все так же ты, да? Ну да, по большей части. Мы там с одним парнем тоже, с Андреем, разделяем, так сказать. Он тоже старичок, я старичок. И свое вносим, так сказать. А так у нас каждый может там в мид-раунде подколить. Кому не запрещено, так сказать. Слушай, вот касательно тоже моей памяти, к сожалению, не смог найти информацию, подзабыл, как это было в прошлом сезоне. Не напомнишь, какое место вы в итоге заняли тогда? Блин, по-моему, в плей-офф мы сыграли одну игру, выиграли. Next нам попался Тинькофф, и после Тинькова в лузерах мы выиграли, по-моему, только одну игру, и потом сразу. Я не знаю, какое место, честно. Просто мне почему-то кажется, что была против Алмаз Антей последняя. Да. Против была. Них было, да? Да. Вот против, по-моему, них мы проиграли, и все, закончилось. Мы с ними в лузерах встретились. Я не помню, на какой стадии, если честно. Угу. Планы есть какие-то на группу? Там золото, может, в серебре себя попробовать, мало ли не пойдет, или только золото? Ну, как повезет, на самом деле. Если игры будут подобные этой, я думаю, можно и в серебро залететь. Почему бы и нет? А так, ну, конечно, золото. Что, кстати, по принципиальным оппонентам есть такие? Может быть, Тинькофф или тот же Алмаз Антей, с кем-то хотите побахать? Ну, если у ребят составы не сменились, конечно, ну, против оппонентов, которые у нас выиграли, неплохо было встретиться. Проверить, работу над ошибками кто-то сделал или нет. А так, ну, по большей части я смотрел, какие-то составчики такие 50-50 есть. Ну, там, по большей части, ты знаешь, как один-два ника знакомых, остальные вообще хз кто. Вот. Вот ну, я то же самое сейчас вижу. На самом деле, очень многие составы поменялись. Вот опять же, может, сотрудники поувольнялись, еще что-то, но в основном из состава тоже вижу 1-2 знакомых никнейма, а все остальные вот тоже непонятно. Ну да, там так и есть. То есть ребята из Тинькова у меня тоже, я лично знаком там с одним парнем, он уволился, вот. В прошлом сезоне он играл, поэтому уже нет. По большей части, мне кажется, там просто самое дефолтное, это челы увольняются, либо все. Просто бросают играть. Еще вопрос хотел задать. У вас прям фулл фокус был на игре? Просто я заметил, те же Тинькофф, если их игры разбирать, если у них идет вот такая вот фановая серия, когда, да, они, ну, как минимум по фейсту видно, что сильнее, там десятки фейста против там четверок условных, они начинают друг друга ножом в спину фигачить, на респе там в голову выдавать. Я заметил, у вас вообще ничего такого не было. Ну, вот единственный фановый момент был вот на Эншите, но и то это просто... на ножах отдать себе сторону, чтобы побыстрее закончить. А так по факту просто бегаем, как обычно. Ну, ничего такого прям сверхжесткого нету там. Ну, конечно,
за КТ пушить все позиции, это круто. Согласен. Возможно, не во всех играх мы так делать будем, но чтобы с Негивами там с дуал-билетами там бегать, с дробовиками такого нету. Ну, все рассчитаны на то, чтобы время сэкономить, и все. Я Зачем понял. растягивать? Я понял. Так, чат, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. У меня в целом остался только один, который тоже интересно было задать. Как вам переход на CS2? Почувствовали крепкую разницу какую-то или в целом пофигу? Калаш убили, Глок убили. В остальном, в принципе, та же игра. Но Тикрейт, не знаю пока. Почувствовать надо. Вот они там какой-то, не знаю, расхайпленный баг вот с хитбоксами пофиксили, не знаю. Вроде как да. Вот. В целом, да, игра неплохая. Вот сейчас все будет заново строиться, все вот эти меты с гранатами, все раскидки вот эти новые будут учить, ребята. Пока, знаешь, это упирается в беги, стреляй, без лишних раскидок и так далее. Маг Какие-то 10 в игра. руки и погнал. Да, именно так. Не, ну Окей. интересная игра. Еще бы оптимизацию сделали хорошую, чтобы FPS нормально был, потому что Это на NVIDIA правда. в воде что-то печально вообще. Даже Это на правда. нормальных компах. Ну что ж, в целом вопросы мои закончились. Спасибо тебе большое, Ансел, за интервьюшку. Есть какие-то приветы, пожелания, что-нибудь, что хотел бы передать? Да по классике болельщикам Яндекс.Ку. Всем спасибо, кто смотрит. Всем зрителям трансляции ЛЧБ тоже всем привет. Давайте, ребята, раскачайте, расхайпуем и будем дальше рубить, показывать нереальный Counter-Strike. Ебой, все, спасибо огромное тебе за интервьюшку. Good luck next, надеюсь, еще увидимся. Пока. Давай, давай, пока-пока. Ну что ж, как вы поняли, с OneSelf'ом я знаком еще с прошлого сезона, поэтому очень лампово вот так вот хорошо смогли с ним поболтать. Огромное спасибо, что вырвался на интервью. Ну и что, поздравляем, ребят, еще раз Яндекс 2.0, супер уверенная серия для них. На самом-то деле у нас трансляция за час закончилась, у меня АФК висела дольше, чем сама игра шла. Это что такое вообще? Очень уверенно настрял, правда, парни, видно, что очень заряжены. OneSelf очень хороший капитан, я прям искренне в ребят верю. На самом деле нету никакой прям, знаете, вот лютой подтопки, но за Яндексом наблюдать, правда, интересно. Парни все время заряжены на победу. Это то, что я сейчас подмечал. Собственно, они даже не фанятся, понимаете? Нет такого, что там с ножа в спину на респе на старте. Нету такого. Ребята реально готовы, и они заряжены на победу. Тем более, как бы призовой есть, все есть. Почему бы и не попробовать свои силы? Отыграли уверенно против Infowatch'а. Ну да, здесь было 4-й, 4-й, 5-й, 4-й, 6-й ранги фейста. Ну, есть разница в силе, это объективно. Против этого сложно спорить. Ну и как бы десятки фейста доказали. В общем, интересно будет посмотреть за Яндексом. Интересно будет посмотреть, как отыграет в этом сезоне Алмаз Антей. Интересно посмотреть, как отыграют оба коллектива. Собственно, скажите мне, Тинькофф, вот, интересно, как там ВК обстреляют, очень-очень-очень много, на самом деле, команд есть, за которыми интересно последить, плюс, помимо всего прочего, как мы уже неоднократно, многие кастеры, не только я, подмечали, у нас 64 команды, это абсолютно рекорд для КСа, так что у нас, возможно, еще какие-то темные лошадки появятся, которые будут очень крепко настреливать, но, ребятушки, на этом мы будем заканчивать, собственно, на этом все. Сейчас будем уже закругляться параллельно каналах. На всех примерно идет все еще рубка. Я думаю, им еще, ну, подольше, чем мне точно. Я закончил за час, да. Также теперь вы можете последить за нашей командой на стриме. Если что, пишу вам сердечко в чат. Если хотите, подписывайтесь. Минуток через 20, наверное, подрублю стрим на свой канал. Сам рекламу, да. И пойдем играть в CS2 вместе с ребятами. Все, всех обнял, приподнял, ребят. Всем хороших выходных. Ходите, приходите, приходите, ходите, нет, на стрим. Обязательно заглядывайте на соседние каналы. BCL, нижнее подчеркивание. И там разные циферки. Приходите, болейте за команды. Смотрите Киберспорт. Люблю, целую. И увидимся. Пока-пока.